Это не просто городской парк, а почти настоящий лес. 19 гектаров зеленой территории. Молодежный расположился в промышленном районе Самары. В границах улиц Ставропольской, Воронежской, Нововокзальной и Тихого переулка. Парк открывали в 1976-м к 50-летнему юбилею создания Всесоюзной комсомольской организации. Поэтому тогда он получил название парк имени 50-летия ВЛКСМ. А в 1994 году был переименован в Молодежный. Сейчас здесь завершается первый этап благоустройства. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина осмотрели территорию и обсудили с подрядчиками ход работ. Мы устраиваем здесь большую парковку на 90 машиномест. Но она там была? Нет. Все машины стояли обычно по Нововокзальной, полоса движения закрывалась. Мы устраиваем новый въезд с Нововокзальной, согласованный с департаментом транспорта и ГИБДД. Здесь у нас будет пешеходный въезд, вход парадный. Здесь будет входная группа, она. Это будет такой деревянная подрешетка, красивая и такая неоновая подсветка. Изюминкой оформления парка станет архитектурное решение с установкой на центральном бульваре арт-объекта в виде букв, которые должны сложиться в единое слово «молодежь». Это как большой арт-объект, они совершенно из разных материалов. Тут вот видно, да, есть и дерево, есть и металл, и такие какие-то буквы, и лежащее «ё». Парк «Молодежный» благоустраивают по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы разделили на два этапа. В этом году основной фронт на участке со стороны улицы Нововокзальной. На данный момент выполняются работы по мощению центрального променада, устройство велодорожки, устройство парковки. Также идет устройство газонов с автоматическим автополивом. И устанавливается освещение, готовимся к установке архитектурных форм, установке детских комплексов, качелей, урн. Реконструкция парка продолжится в следующем году. Так решили сами жители во время всероссийского голосования по благоустройству. Парк «Молодежный» занял в рейтинге первое место, набрав более 27 тысяч голосов. В планах развития – восстановление естественного озера, которое пересохло в жаркое лето 2010 года. Всего в этом году по программе формирования комфортной городской среды в Самаре благоустраивают 5 общественных пространств. В следующем году жители снова смогут принять участие в голосовании и выбрать объекты, которые преобразятся уже в 2024 году. Виктория Шара и Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.